choose. Всем привет! Мы встретились, чтобы поговорить о весне. О, черт! Про осень будем говорить, черт возьми. Привет, друзья! Наконец мы снова собрались, и сегодня мы говорим про осень, потому что у нас везде у всех абсолютно за окнами осень. Ну, не у всех. У меня, например, вечная весна. Лена очень хотела говорить про весну. В общем-то, я даже не против. Можно говорить и про весну. Но тогда мы выпустим... У меня еще немножечко лето, если можно. У меня есть две от Дивин, дом из Динара, если вы знаете. Вот они две лимитки. И у меня все спрашивали на английском сайте, типа, как это все пахнет. А я никак не могу родить ревью, потому что я люблю дом, но это лимитированное издание, и так они, видимо, и должны остаться лимитированными, потому что это эксперимент. То есть я не могу сказать, что это их основная линия, потому что явно человек пробовал разные интересные направления. Вот один из них называется «Divin Leté Orange Rouge», красный апельсин, и «Divin Leté Nargile». Nargile – это... Кальян. Кальян, точно. Да-да-да, табак. В общем, Orange Rouge у нас очень-очень сильно альдегидный, то есть если кому-то это нравится, вот, но здесь такой овердоз с горьким апельсином, который такой зеленый, и, в общем, это интересное сочетание, но это все-таки эксперимент, лимитированное издание. Я как-то не вижу его органически в линии таких классических ароматов. Сильно выделяется всего от... Да, и он более поверхностный, скажем так, как эксперимент. А вот сейчас я, значит, сочетаю вот это вот с этим и что-нибудь выдам. И, то есть мысль не закончена. А все остальные ароматы у него все-таки какие-то закругленные, законченные, совершенный продукт, да, от начала до конца. А это более, скажем так, ок. Давайте сделаем вот это. Ну, вот сделали. Интересно, хорошо, но эксперимент. Лимитированное издание, в общем, хорошо, пусть таким остается. Вот Nargile, он более, ну, лайкабл, что ли, потому что все любят табак, дерево, вот эту вот ориенталистику такую легкую. И он действительно, может быть, менее пугающий, чем вот этот альдегидный. Вот я люблю альдегид, но я просто представляю, какая у него все-таки меньше аудитория, чем вот у этого аромата. Ну да, сладкая, медовая, табачная, древесная, но, опять же, не достает какой-то законченности и глубины. Хотя, может быть, этот аромат мог бы как-то встроиться бочком в их линейку. Ну вот это все, что касается лета, хотела упомянуть быстренько. Табак на лето? Может быть, я их еще... Ну, они называются летние, «Divin Leté», вот, если я правильно перевожу. Летние лимитированные издания. Лен, скажи, а они всю линейку переупаковали? Потому что я вижу, что флаконы... Надеюсь, что нет, потому что это вот первые их флаконы, вот такие простые. Собственно, я ничего не имею против. Но те флаконы, я к ним просто привыкла. Они, может быть, не самые прекрасные с виду, вот особенно... металлические, но у них нормальный спрей, обычно какой-нибудь хороший цвет этого металла. У меня вот есть, пришла недавно спиритуэль, розочка, и это такой цвет фуксии насыщенный, темный, такой невероятно красивый, ну, мне подходит по цвету, вот, и я к ним уже привыкла. Но если они сделают новую упаковку, но только вот не такую все-таки. Потому что особенно некоторые женские запахи, они какие-то не такие изящные, что вот в этом блоке они будут выглядеть, ну, не знаю, нехорошо. Мне у них очень нравится «Ленспиратрис». Тоже роза, но вот как раз-таки она не легкая, не прозрачная, а такая табачная. На осень очень красиво. Я люблю «Divin», причем люблю его в «De Parfum». У меня есть и экстракт, у меня есть и более легкая версия. И вот это как-то из всех них самое оптимальное получилось «De Parfum», потому что в экстракте вот что-то немножечко перекашивает. В общем, одно и то же, но что-то вот, не знаю, может, на психологическом уровне.
Ленспиратрис в экстракте тоже какой-то не такой. То есть, как ни парадоксально, у этого бренда интереснее всего звучат более доступные. Первые версии. Ну, как очень часто с Шанель бывает, лично для меня. Так уж. Поэтому люди, когда гонятся за экстрактом, чтобы вложить свои деньги лучше, ну вот не надо, это не всегда правильно. Сейчас, кстати, осенью хочется возвращаться к тому, что ты любил, особенно в такие неспокойные времена. Ну, я еще помню, что год назад мы как раз об этом говорили, и как раз речь шла о том, что, ну, есть там какие-то стереотипы, типа там шипры какие-то, там деревяшки, ирисы. Вот. Но оно, как правило, и идет от того, что это то, что ты знаешь, любишь, к чему ты привык. И, честно говоря, действительно, вот когда начинается такая какая-то унылая пора, хочется чего-то... Унылых парфюмов. Ну, не то чтобы унылых, но скорее чего-то понятного, знакомого, то, что тебе уже хорошо, хорошо все, ты это знаешь, и там никаких сюрпризов особо не будет. Я не то чтобы там считаю, что там кроме шипров и ирисов ничего осенью нельзя носить, но сам за собой замечаю то, что я ношу, как правило, что-то такое хорошо знакомое. Редко тянет на какие-то эксперименты. Фиалочки люблю... хорошо носятся. Ну, это почти ирисы, скажем. Ну, да. Ну, не совсем, извини. Матвей, не сейчас... Ну, да, не совсем это ирисы. Это рядом, да. Это рядом. Кстати, вот... Ты хочешь сказать, Матвей, что осень – это не время для экспериментов? Я этого не хочу сказать, просто это лично вот мое такое наблюдение за самим собой. Я вообще всегда настоятельно рекомендую носить исключительно то, чего хочется, и не следовать никаким дурацким правилам. Если хочется акватики, например, в ноябре, ну почему нет? Кто вообще может запретить? Что может случиться, если... Это же прекрасно. И цитрусы, зима, акватика. Ну, цитрусы какие-нибудь, одеколоны, они вообще в любое время хороши, мне кажется. Хорошие акватики можете? Мне сейчас вот так в голову приходит только этот Need You, прекрасная акватика. Но это от лаборатории Olfactiva, но это, скорее всего, весна. Прекрасный парфюм. Я недавно писал про картузию. Ну, наверное, акватика. Ну, не совсем акватика, это скорее минеральный, такой больше соленый. Ну, хотя акватика, колонна там довольно много, он такой действительно свежий. Это ты акватика. Про какой? Это картузия Амара, я вот недавно статью писал. Да-да-да. А красивый какой, вот просто сам вид у него? Ой, ну да, баночка шикарная. Я вот редко внимание обращаю на всякую упаковку, но тут прям они меня купили с потрохами, типа дайте две. Кстати, удивительно, как рядом с морем акватика смотрится органично. Вот так думаешь, нет, очень-очень хорошо. Ну, правда, зависит, потому что море везде по-разному пахнет. И вот, наверное, акватика итальянская рядом с итальянским морем просто шикарно. Хотелось бы испробовать. Да, вот я тоже об этом подумал, да. Надо... Есть только один способ проверить, да. А, кстати, из старого, вот ты шипры вспомянул, есть такой, это одеколон моего мужа, лайм, базил и мандарин из тех... Ты так дистанцируешься сразу от этого, потому что... Не, потому что я просто... Понимаешь, вот как мы говорили как-то, как нужно нюхать парфюм. Вот парфюм хорошо нюхать с человека. И я нюхаю с мужа, и мне так хорошо. Вот когда я на себя наношу, это не тот эффект, потому что это ближе, это какие-то другие ноты. Вот. А он просто, когда надушится и заходит в машину, я просто таю. Согласен, вот. Это да. Как есть раз некоторые вещи, которые прям только шипы, в шлейфе хочется. Может да. быть, что-то самому так. не хочется, а с других прям самое то. Вот он чистый, царапает немножко, и вот не знаю. Есть грейпфрут такого же плана, цитрусовый шипр у того же Джо Малон, но вот этот скорее более мягкий, более дружелюбный, потому что грейпфрут, он уж совсем строгий такой, чопорный. А этот парфюм, особенно вот сейчас, в это время, прекрасно носить вообще цитрусы, они как-то освещают всю эту хмурь. Согласен. Вот я с собой взял в свою новую локацию немного ароматов, но вот один из них – это Нероли Портофино Форте. А-а-а, это прекрасно. Он очень хороший, и хорош везде, и всегда. Это вот лучший тройной одеколон, что я знаю. Самый красивый, самый приятный. А, кстати, расскажи, вот они же сейчас в трех концентрациях разных. Вот что тебе, почему Форте?
Почему необычный? Порто более сложный. И знаешь, вот удивительно, наверное, от мужчины это слышать, он более цветочный, и поэтому он мне нравится. Здесь такие потрясающие цветы белые, жасмин такой красивый. Он абсолютно пахнет не феминно. Он очень красиво встраивается в эту композицию. И именно поэтому ее могут легко носить женщины. Вот. Но он так ее разукрашивает, он действительно ей придает новую мерность. Если не роли портофино, это просто приятный одеколон, которым можно напшикаться и ни о чем не думать, то это не роли портофино форте, это духи на тему одеколона, очень красивые, очень цветочные, и при этом мужчине нисколько не возбраняется их носить, ну, на мой взгляд. Как хорошо, надо будет... Я в свое время выбирала, но в условиях магазина, в общем, спешки, и никак не могла выбрать, и ушла ни с чем между вот этими концентрациями. Хорошо, буду сфокусируюсь. Прям как будто что-то плохое. Вот вы говорите про цветки в мужских. Нет, по-моему, это вообще самое интересное, что может быть. Да? Потому что деревяшки, там вот эти все фужеры, ну да, ну просто все равно это плюс-минус как бы шаг вправо, шаг влево. А самое интересное, ну я как человек с 90-х, собственно, для меня вот было именно тогда, типа Ансансе, там тот же Фаренгейт, ну по сути. Это прекрасное было время, и удивительные ароматы, которых мне вот сейчас очень не хватает. Потому что сейчас максимум... Женское, мужское, вот этро-этро. Это для вас ой, мужское, хорошая, женское? Какая классная штука, да. Вот для меня этро еще с тех времен, она мне казалась, что это аромат для деловой, так сказать, взрослой женщины, которой все хорошо удалось и которая, наверное, чем-то рулит. Вот мне так это казалось. Сейчас мне... Он, конечно, амбровый в конце, и это мне не очень нравится, но по тем временам это было новое слово, как мне кажется. Сейчас, может быть, она не такая удивительная, но замечательная все равно. Ну вот она считалась как раз для меня таким унисексом, который выбирают женщины, чтобы носить мужскообразную, скажем, парфюмерию. Ну вот не то, что мужскообразную, а более такую строгую, что ли. Ну как вот когда-то, если вы знаете... Блин, конечно, знаете, Gucci Eau de Parfum, который пах перцем, женский парфюм. Вот про мужское и женское хотел поделиться. Так, совсем да. Недавно покупку совершил в магазине, и мне дали пробник Libre от Yves Saint Laurent. Туалетка? Eau de Parfum, я вижу. Да, это Eau de Parfum. Угу. Ну, первый, то есть. Да, оригинальный. И вот удивительно, у себя дома я этот аромат сразу же отнес вот к женским, там, фруктовым, цветочным, мускусным и как-то не стал изучать. А сейчас я по-новому его воспринял. Не знаю, может быть, это влияние нового воздуха, может, я тоже поменялся, мое восприятие поменялось. Кстати, заметил, как южный климат влияет на... Да. Направление, конечно. Правда? Конечно, все по-другому раскрывается здесь. Но это ладно. И даже вот не из-за воздуха, а из-за атмосферы традиции. Ну, как-то так. Что люди, мужчины, едят больше сладкого, как-то улыбаются больше. И может, это рационно, действительно. И мы его тоже. Я вот здесь больше баранины ем. Вот. И может, на коже все по-другому раскрывается, pH как-то меняется. Ну, бог с ним. В общем, я либо нанес, и для меня он оказался действительно женским ароматом, женским цветочным, фруктовым, мускусным, с каким-то дополнительным мужским шлейфом. То есть ты, это какое-то чудо. Ты подносишь его к носу, и ты понимаешь, женский аромат. Выходишь из комнаты, где ты его нанес, там проводишь какую-то минуту-другую вне этой комнаты, возвращаешься и думаешь, кто здесь нанес мужские духи? Где этот мужик? Общем, вот она вам, пожалуйста, актуальная повесточка. Эмансипе. Вот удивительно, но в этой композиции действительно вот эту женскую основу обрамляет какая-то мужская фужеристость, которая вблизи не чувствуется, а вот как некий фон такой, она присутствует там. Ну вот у Yves Saint Laurent эмансипация удалась лучше, чем у того же Герлена, да, с Мон Герлен, потому что он первый вышел как бы из больших
ароматов на тему фужера, да, ведь это же фужер все равно. Лаванда. И, кстати, первая лаванда, которая чувствуется в Монгерлен, просто невероятно хороша. Вообще хороший парфюм. Сладковат, правда, но вот Ив Сен-Лоран, да, я согласна. Есть я там... считаю, Герлен не нужно было ничего придумывать. У них есть жуки из 19 века. Ну да, заставь его носить. Он слишком анимальный, он прям совсем прям животный. А вы его нюхали в новых вот этих, как они называются, таких в серии легендарных парфюмов? Да, я пробовал его в таком вот виде. Он, кстати, ну, конечно, он гораздо более аккуратный, чем многие те, что старые. Ну, начинаем. Кстати, заметили, как более стерильный, конечно. Классная серия, вот эти легендарные парфюмы. Вот что Елена наша про кофе писала, Алекс, и я сделала тоже заход несколько парфюмов, и это прекрасно. Мне вот, меня не разочаровал еще ни один. Они так хорошо сделаны. А я вот за Проланде гоняюсь, никак не могу нигде его поймать. Да, вот я, может быть, его... Его на сайте Герлена, наверное, легче всего поймать. Ну, только если там действительно... Да, потому что у нас был он в ЦУМе, но я не успел его схватить. Потому ну, сейчас что они все есть. Их много было умников, да. Ну, я пробовала. Ну, конечно, Елена и Алекс написали, я... Ну, Жики я еще не купила. Вот, а «Синий вечер» купила, и он меня так порадовал, я, наконец, его смогла носить, потому что старый для меня как-то, ну, не знаю, не могу его носить. «Ланстан де Герлен» прекрасный. Прекрасная «Инсоленс». Вот, это да. Самая нахальная фиалка вообще, которая есть. Вот вроде фиалка, она никогда не нахальна. А это нахальная! Удивительно. Ну, Фель, что вы хотите? Вот у него удивительная способность делать одновременно изящно и почти что вот пошло. То есть даже настолько не пошло, прям... она просто вызывает. То есть это вроде бы вот чуть-чуть эту грань перейди, и будет ну просто вульгарно. Он никогда эту грань не переходит. У него всегда очень ярко, очень броско, вычурно получается. И новое лучше даже, чем старое. Вот. Серьезно. Новая версия мне нравится лучше, чем старая. И «Ланстан де Герлен», он стал более воздушным, таким, тоже это яблочный крем, яблочный мусс с ванилью, с кремом, как вот он у меня так отпечатался в мозгу. Гораздо более воздушный, и легче его носить, обливаться. Может быть, он менее стойкий, но зато он как-то не сгущивается, как варенье в конце. Чудесно. Они стали более современными по восприятию и пригодными для вот современной жизни. Мне очень понравилось, как Наэму пересобрали. Наэму стала очень такой красивой, гармоничной розочкой. Там уже совсем нету помады никакой, нету ничего такого генольного, чтобы напоминало о старых духах. Вот. Она стала такой омоложенной. Но при этом не потеряла вот... как сказать, сути, которая определяла этот аромат. То есть роза все так же прекрасна, практически идеально. А нюхали жики новые? Есть вот ваше впечатление, а не Алекса? Жики я нюхаю, да, я пробовал. В новой серии, да? Да-да, ну я, собственно, про него и говорил, что у меня есть несколько флакончиков довольно старых, разные концентрации, я люблю очень жики. Но новый он мне показался, в общем-то, достаточно близок по смыслу, насколько это возможно сейчас. Но в нем, конечно, не хватает немножечко мне вот этих вот пузиков кошачьих и вот этой животины, которой изначально порой очень много было. Может быть, слишком просто действительно много по нынешним временам. То есть там во времена там, какого-нибудь анимальных там всяких фужеров там, в 70-е годы это еще было как-то уместно, то сейчас это уже на грани как-то с гигиеничностью, с чем-то таким. То есть он реально просто пугает в том вот виде, в котором он был изначально. Немножко. Да и сейчас там скотольность есть. И сейчас там есть это тоже, но все-таки достаточно так это все приемлемо. То есть нет ничего шокирующего в нем. Он очень даже себе вполне такой гигиенический. В «Синем вечере» тоже есть такой намек на медовость вот животную, такой маленький, вот. Но он скорее интересен, чем неприятен. Ну, я имею в виду для нового поколения, которое вот может... Ну, это все, конечно, вопрос дозировки. Всегда можно положить... Ну, даже не дозировки. Она как-то появляется, немножечко тебя так дразнит и уходит. Кстати, вот не уходя далеко от Герлена, вам не довелось понюхать вот эту серию уже такую помпезную? Довелось.
Довелось. Есть очень красивые вещи. Ляры Матьер, по-моему, так они называются. Да-да-да. Ну, они ничего не испортили, там все в том же виде, в котором было. Что-то изменили. Spirituous Double Vanille, она очень, я про нее писала, сильно разбавлена. Она мне нравится все равно, и, может, даже еще больше, чем раньше. Это, наверное, меня не поймут любители ванили. Да, ей постоять немножко. Может, ей нужно постоять чуть-чуть? Да ну нет, мне она уже нравится. Это такая ваниль, вот... В бокале вина, в ней есть как раз все, что мне надо. Хорошая вещь. Я люблю разбавленное, недосказанное такое, особенно сейчас. Что ты имеешь в виду под разбавленное? Ну, она просто не такая густая. Если вот раньше ты ее наносил, она, во-первых, длится, я не знаю, вечно. Вот, и она пахнет, как густая золотая паста. Так, конечно, она очень винная, вот, но эта винность, это не просто, знаешь, не знаю, бокал такого рубинового вина, она какой-то, я не знаю, дорогущий виски, что ли, что-то такое. Ну, то есть все в ней концентрировано, все шикарно, и ее можно надеть, я не знаю, на самый большой праздник в твоей жизни, что ли, что-то такое. То есть она напрягает вот этой своей торжественностью, что ли, по крайней мере, меня. То есть вот. Она может быть не к месту. И она уже как рассказанная сказка во всех подробностях. Вот. А с разбавленной более, вот, разбавленной для меня в этом смысле плюс. Ты можешь сам сочинять, ты просто ходишь слегка под шафе, вот, и тебе хорошо, от тебя так прекрасно тянется вот эта вот гурманская какая-то булочная, винная, не знаю, шлейфовость. Это хорошо, прекрасно. Честно? Ну, вот как принято говорить, у меня горячая кожа, и очень быстро сгорают ароматы. Мне что старое, что новое, Spirituous Double Vanille, они очень быстро улетали. Старое быть... тоже? Угу. Ничего себе. Это мне всегда очень нравился этот быть. Аромат. Я всегда его очень хотел себе. Но вот я что старую, что новую, я когда перепробовал вот эти вот переупакованные ароматы, я хотел купить себе, но потом думаю, блин, 27 тысяч отдавать за аромат, который пахнет там полчаса заметно, а потом... Он пахнет, прям, он пахнет на эти деньги. Такой золотой. Он очень красивый. Я его нюхала с Софи, и вот она такая вся хрупкая наша француженка, вот прекрасный блоттер. Нюхаешь с нее вот что-то такое громогласное, прямо хочется прям съесть. Она такая, ну не знаю, это сочетание вот этой вот хрупкости, вот такого тяжеловесного, просто как будто в короне во всех, я не знаю, с скипетром, огромной мантии. Вот. Замечательно, замечательно. Мне очень нравится Ирис Тарифье. Он как-то недолго жил вот в предыдущей коллекции, его быстро там сняли. Не знаю всех подробностей, но вот как-то я его не заметил, когда он был в старом виде. А в новом я его заметил, ого-го, как это потрясающе. Ирис такой шоколадный, праздничный, очень такой насыщенный и объемный, красивейший ирис. И вот как раз-таки за него 27 тысяч отдать не жалко вообще. А из новенького? Вот вышел Уд, он у меня, кстати, тут появился недавно, и Елена его сильно расхвалила. Довелось понюхать вам? Да, вот тут я как раз пробовал, да. В принципе, это черри Уд мы говорим сейчас. А, да. Вот он такой прям шикарного цвета. Мне как раз на удивление понравился этот вот их вариант, потому что он, с одной стороны... Кстати, сложно говорить, понравился, не понравился, а такого калибра ароматах, да, они просто как-то еще вне зависимости от тебя. Вот, ну, ну то есть, да, согласен, правда? Это он тебя носит, да. Не я не пробовал его, поэтому выступлю в роли зрителя. Вишней пахнет от формы. Нет, ты имеешь в виду Lost Cherry? Не, да. Ну Lost Cherry – это же начинка вот этого американского черри-пирога. Вот, и там пахнет амбровая черри, вот, вот такая, знаешь, слаще, чем обычная, когда ее делают. Даже... Коктейльная вот эта вишня. Это ну, даже не коктейль, из пирога. То есть более проще. Вот, здесь вот чувствуется кожа, здесь чувствуется этот уд. Но уд, он просто между черри и... кожей как-то так разрывается и подчеркивает одно и другое, и также вносит, конечно, этой своей удовой грязи,
Вот. А ну, вишня в каком виде присутствует? В кожаном. Как тебе сказать? Она не сладкая, вот, но ощутимая. Там есть такой типа марципановый такой оттенок немножечко, такой кондитерский. Ну, я бы не сказала, что это слишком съедобно. Нет, это скорее фокус на кожу. Да. Какую-то вот грязно-вишневую кожу, но в хорошем смысле. Вот. Очень зимний такой. У меня есть несколько гирлянов новых, которые я попробовал здесь. Могу тоже поделиться впечатлениями. Давай. Из какой серии? Ой, они из разных серий. Давай, еще лучше. Ну, во-первых, нужно сказать, что всю мужскую линейку гирлен переупаковали. Теперь вот эти продолговатые флаконы ушли в прошлое. Все мужские ароматы гирлен в квадратных флаконах, привычных нам по... Лём идеаль. И я не могу сказать, что мне это не нравится. Это очень красиво, здорово выглядит. Мне нравится, как они переупаковали. Ароматы не поменялись. Визуал поменялся и стал лучше. Из этой коллекции мужской мне больше всего нравится Эритаж. Причем в туалетке. Угу. Чему-то Eau de Parfum как-то слишком такой почулистый, странный. А вот туалетная вода очень красивая. И обязательно куплю себе этот Эритаж. Помимо того, что аромат красивый, теперь и флакон такой привлекательный. Тоже вот, в квадрате? Да, это красиво, это приятно лежит в руке, приятный вес. Крышка такая стабильная. То есть если раньше они были, вот эти крышечки деревянные, как сказать... не притертые, а они просто держались, не защелкиваясь, да? И за крышку нельзя было взяться, потому что флакон мог улететь вниз. Вот, то сейчас это все такое плотно сбитое. Нету щелчка магнитного? Магнита нет, но есть щелчок классический. Это вот у меня особенность арабской парфюмерии сейчас. И они обращают на это внимание. Что крышечка на магните, вот слышите так, чик, я думаю, боже мой, и теперь я ассоциирую это вот только с большой арабской выставкой и вот этими крышечками, такой большой минус для меня, просто из-за того, что обратили внимание, какая разница, ну нет, разница есть, но вот минус. Кстати, вот то, что вываливается, вот эти вот серии, ни в коем случае не хватайте вот так за коробку, потому что она выпадет. И за крышку тоже. Да. Вообще вот вроде помпезно хорошо, а так непрактично. Да, очень непрактично. Если у тебя это один такой флакон или два, то это да, это очень прикольно. Взять в руки, достать, покрутить, снять, открыть, да, это все. Но если это шкаф какой-нибудь, набитый коробками, и ты вот эту коробку сверху берешь, это прям... Постоянно ошибаюсь, вот один раз даже разбило так. Ну ладно, расскажу про две новинки, которые я попробовал от Guerlain. Одна прям осенняя-осенняя, другая вообще не осенняя, и слава богу, не знаю, кому она нужна вообще. Вот. Первая осень... Нет, наверняка найдутся поклонники, но... Ты нам про нее тоже расскажи, мне уже стало любопытно. Хорошо. В общем, первая осенняя новинка – это аромат, который называется «Эпис Эксквиз». Вот Эпис Эксквиз входит в коллекцию, в которой Санталь Руаяль, Пачули Ордан и вот прочие всякие ладаны мифические. Это помпезное, да, такое? То есть это вот то, что у них было восточное, да, но они это переупаковали, сделали более дешевым, и в 125-миллилитровых флаконах сейчас продают по достаточно доступной цене. То есть это такой доступный европейский ориентализм. И вот Эпис Эксквиз сделал... Ирис Кис-Кис. Кис-Кис. Я сразу почему-то вспомнил этих котят. Черно-красные эти фантики. В общем, удивительно, но этот аромат подписала не Дельфина Тьерри, которая постепенно становится главным парфюмером Guerlain, как мне кажется. Что было бы честно, да, уже наконец сказать, что это она делает ароматы Guerlain. Вот. Но подписал этот аромат Тьерри Вассер.
И пахнет он всяческими специями. Кардамоном, черным перцем. Короче, такой мешок со специями. Очень приятный пахнущий аромат. Прозрачный или густой? И они не уходят. Достаточно густой и достаточно сухой. То есть, мне кажется, он не сладкий, он вот именно сухой и специй. Мне кажется, на осень он будет хорош. Кто сможет до него добраться, стоит попробовать. Мне он пахнет, ну, почитателю Роджи Дава, его великих парфюмерных талантов, вот, мне он пахнет базой от Enigma Purom. То есть вот те, кто любят Enigma Purom, они, конечно, любят ее старт, да, вот этот кока-кольный такой коньячный интересный старт, который потом уходит в более простую базу. Вот кто сможет добраться до Epis Exquis, сравните с Enigma Purom, я думаю, вы найдете много параллелей. Вот. А второй аромат, про который я хотел бы рассказать, это, как ни странно, аква-аллегория мандарин-базилик Форте. Вот, да, да, Герлен. Про Форте, про эти, интересно, потому что я много раз уже видел рекламу, но нигде еще так и не смог это все попробовать. Всегда добавляют самплики именно Форте. Если ты не просишь самплики, они сами тебе его туда впихнут. Именно этот. Ну, расскажи. В общем, Дельфин Жельк, правильно ее теперь назовем, сделала версию Форте у мандарина-базилика. Я знаю этот аромат, ну, вот, практически идеально. Я от начала до конца его изучил, потому что сначала я его носил, потом у меня прихватизировали его домашние. Такой вот наш семейный аромат, все его любят. Вот. И в версии Форте он не стал лучше, к сожалению. Старт очень похожий, даже, я бы сказал, мягче сделанный, такой округлый, но потом, спустя там 20-30 минут, весь этот аромат превращается в такую ванильно-мускусную базу. Вот я с тобой согласна. Не надо делать лучше то, что хорошо. Да, да. Мне кажется, лучше уж обновить оригинальный мандарин-базилик, чем ходить вот с этими ванильными мускусами. Может быть, кто любит такие базы, оценит этот аромат, но оригинал мне нравится больше, и он дешевле. Базилик – это просто находка, это такой классный аромат, такое замечательное сочетание, которое потом пытались многие бренды, кстати, реплицировать. Отлично просто, здорово. Но они пытались это повторить, наверное, не потому, что они любят изящную парфюмерию, а потому что они видят цифры продаж. Вот по поводу лучшее делать, портить и делать лучшее, это как, например, Eau de Toilette Allure шанельский и Eau de Parfum, который потом вышел, который сейчас, может быть, более... По крайней мере, он везде присутствует гораздо чаще, чем туалетная вода, потому что люди, особенно те, которые не знают, что парфюмы различаются у Шанель в зависимости от концентрации, не только по концентрации, а по составу. Вот, по балансу. Они идут за Eau de Parfum, чтобы вложиться деньгами получше. Им кажется, что они бинго найдут лучший вариант, да. Ну вот пропускает такой прекрасный аромат Eau de Toilette, где как раз смещенный баланс в сторону вот некоторого хаоса, что ли, я так это себе объясняю, настолько хорош. Он не такой округлый, вот как, наверное, в случае с Форте базилик, мандарин, да? Не такой приятный, может быть. Ну, приятный, как люди любят, чтобы это все было мягко, округло, ванильно, прекрасно. Но вот там потеряли интригу. Это немножко, маленькая разница. Она заметна тем людям, которые носили Eau de Toilette Allure. И то же самое мандарин-базилик. Ну, это вот история про то, что на самом деле концентрация мало что значит в парфюмерии. Если нравится какая-то версия аромата, то нужно ее брать и пользоваться ею. Вот, а концентрация – это такой конструкт очень своеобразный. Это не только физическая концентрация, да, душистых веществ, разбавленных в спирте, но и маркетинг
Да? Понятно, что когда меняется концентрация, меняется и сама суть продукта, и это уже абсолютно новая композиция. Это не когда мы сравниваем там eau de toilette и eau de parfum, мы понимаем, что это не просто там одна композиция больше или меньше разбавленная в спирте. Это просто разные композиции, которые названы одинаково, только с разной припиской «eau de toilette», «eau de parfum». Если нравится одна композиция, совершенно не обязательно, что другая... Иногда действительно при повышении концентрации, тут, когда я делала свои духи, изменяется, перетягивается. Просто от изменения концентрации меняется композиция сама, потому что баланс нарушается, что-то более слышно, что-то менее слышно, что-то доминирует или там начинает, я не знаю, пудрить или еще что-то. Вот. И сам запах изменяется. Вот. Это конечно. Монетку поярче. Подобрать оптимальное, вот, оптимальное соотношение душистых веществ и спирта в случае там, с конкретным отдельным ароматом. Но когда мы говорим там, об аллюр eau de toilette, аллюр eau de parfum, аллюр там, духи и так далее, мы должны сами понимать и людям рассказывать о том, что это просто даже разные продукты, это разные ароматы, сделанные на одну какую-то общую тему. Захотелось, прям захотелось. Аллюр, это туалет. Я просто быстренько хотела бы сказать о том, что хорошее. Я признавалась, что я не люблю все эти серии, ну, вернее, люблю их меньше, чем регулярные линейки дизайнерских брендов, ну, например, Chloe, да? Мне нравится то, что я вижу в магазинах. Но вот эта серия Chloe Atelier de Fleurs, которую достаточно сложно поймать, она есть в Duty Free, я видела, в некоторых странах. Она появилась, по-моему, в Америке в Nordstrom. Не знаю, как насчет России. Если ее заказывать по почте с родного сайта, она может идти месяц, по крайней мере, такое было у меня. А как она, ты, кстати, Лена, оцениваешь вот такое отношение бренда к своей линейке, то есть они ее запускают, но не запускают, то есть получается, да, очень сложно достать, то есть они пытаются создать некий ажиотаж вокруг этого или что? Я думаю, что дело не в ажиотаже, а в том, что, по крайней мере, у нас в США была проблема с доставкой абсолютно всего и продолжается быть эта проблема, вот, по разным всяким причинам. И из-за этого, я думаю, они не смогли это доставлять вовремя, сами теряя и раздражаясь. Ну, это, конечно, раздражает и покупателей, но с другой стороны, с позитивной, ты больше ценишь, когда что-то досталось тебе тяжелее. Как в старые добрые времена, когда там... Ну, вот кто увлечен музыкой, там в 90-е приходилось за новым диском идти на рынок, да, там стоять в очереди, покупать его, потом ехать домой, ждать, что же там, да, дрожащими руками ставить. Это же добавляет ценности, да? Конечно, да, конечно. Ну, вот и это тоже. Я понюхала не все. И, кстати говоря, сейчас начинают исчезать некоторые ароматы из линейки, по крайней мере, для моей страны на официальном сайте они убрали, наверное, добрую половину. Поэтому, если есть интерес, они еще есть в Duty Free, например, Нирали почему-то исчез с сайта. Вот. По-моему, даже роза Домасцена исчезла. Вот жасмин, по-моему. Нет, жасмин еще есть, лаванда есть. Есть иланг-иланг. И вот, кстати говоря, эти три прекрасны. А лаванду я жду в бутыльке. Я ее нюхала в Duty Free, в общем, прекраснейшая лаванда, отличный нирали. Вот если нужно, чтобы пахло цветком и ничем другим, так слегка в цитрусовую сторону, но не в petit grain, то есть такой ароматическо-зеленый, а цветком и светлым цитрусом, вот это вот прекрасный, прекрасный, хороший нирали, замечательный парфюм. Очень хороший иланг-иланг. И вот я жила с ним достаточно долго, чтобы вот оценить. И, скажем, от его не то что неприятия, пришла к обожанию.
И если вы не знаете, как пахнет иланг-иланг, а в основном мы знаем, как он пахнет из парфюмерии, да, из разных. Да ладно, по маслам знаем. Нет, масла не дают, если только это не парфюмерного грейда масла. Потому что все аптечные масла, они пахнут в основном довольно мерзко. Они пахнут очень вуди и каким-то, вот знаешь, таким общеаптечным запахом масел. Аптечное масло не дает даже малейшего представления о том, как пахнет настоящее парфюмерное иланговое масло. Вот. И, собственно... Ну, тем более, как пахнет настоящий цветок. Это вообще отдельный разговор. Я нюхала в природе цветок только вот такого карликового иланг-иланга, который, ну, приживается в большем количестве, там, в разнообразии климатов, вот как у меня, потому что мне холодновато для иланга. Во Флориде как раз можно его понюхать. Я нюхала карликовый с такими большими цветами, и пахнет он очень странно. То есть он пахнет красиво и странно, зависит от, я не знаю, от настроения цветка, от времени дня. Он может пахнуть невероятно фекально, то есть вот думаешь, кто нагадил в моем дворе? Вот до такой степени. А иногда чудесно, замечательно. Ну так вот, я, собственно, говорю о новинке, ну это не новинка, но для многих, может быть, еще неизвестный аромат Chloe из линейки Atelier de Fleur. Вот Елена обещала о нем написать, ну или, может быть, я напишу. Прекрасный запах, и когда ты его нюхаешь, то есть это солифлор. И если ты не знаком с илангом никак, то ты понимаешь, что это цветочно и очень странно. То есть желто-цветочно с множеством оттенков и в то же время монолитно. И в конце дня он начинает даже пахнуть, не знаю, каким-то медовым деревом, уже не совсем цветком. То есть занятно, интересно. И его сложно вот описать. Жасмин, мы знаем, как пахнет жасмин. Он, кстати, наверняка тут тоже присутствует. Вот. Они не раскрывают своих ингредиентов. Ну, вот он пахнет каким-то маслом, имеется в виду вот сливочным, я не знаю, сливочным мороженым, что-то вот такое. Удивительно. Интересный запах. И из всех иланговых ароматов, наверное, самый занятный. То есть аромат... недавно вышедший Prada Infusion иланг-иланг, вот он какой-то такой поверхностный, очень разбавленный, очень такой цитрусово-цветочно-мимозно, не знаю, жасминовый. А если нравится иланг-иланг, я советую познакомиться с Chloe. И жасмин тоже, жасмин самбак, у них чудесный. Он очень прозрачный, может быть, не очень стойкий, но он зеленый и я так понимаю, что пачули или что-то такое древесное, зеленое в базе делает его таким подсушенным под конец. Реалистичный, хороший, нежный парфюмчик. Ну, это вот все, что я хотела сказать о линейке. Жду лаванду. Хочу еще раз убедиться, что это прекрасно. Да, роза Дамасцена. У них тоже вот сейчас как раз хочется носить розы, потому что их нет. Хорошо. Наверное, самый густой из всех их ароматов. Не советую покупать нарцисс, я имею в виду без тестирования, потому что это интересно. То же самое про папирус. То есть он может понравиться, может не понравиться, он не такой однозначный, как вот все остальные цветочные ароматы из этой линейки. Матвей, есть у тебя какие-нибудь... Супер новости. Ну, я хотел разве что сказать про аромат, вот, который я купил, когда возвращался из отпуска. Это Hermès H24 Eau de Parfum. И это как раз, да, тот случай, когда очень удачно по времени выбран запуск, потому что это абсолютно осенняя такая история. Если туалетка такая яркая, смелая и такая неожиданная, то Eau de Parfum гораздо более спокойный вариант, и он прям как нельзя лучше подходит вот к этому меланхоличному пинанию желтой листвы под ногами, на мой взгляд, за счет того, что там он гораздо более мшистый. И, то есть если в случае с туалеткой все говорили про авангард, непонятное, странное, металлическое и прочее, то здесь... прям уже очень хорошо чувствуется, что торчат уши такого классического мужского фужера из всей этой композиции. И в целом она гораздо более
такая классическая, что ли, если вообще об этом аромате так можно сказать. В общем-то, скорее гораздо понятнее, чем оригинальная версия. И в целом, в общем-то, сказать... А вот та молекула, которым знаменит оригинал, хлорин, который пахнет сауной, нагретой камнями и утюгами с рубашками, как вот он... Заметен? Там есть это все, да, то есть все, что вам нравится в туалетке, там все это есть, но она все-таки более обтекаемая, более ровная и более классическая, что ли. Mm-hmm. То есть и за счет этой мшистости, ну сейчас понятно, что это как бы новый виток определенной есть популярности всех вот этих вот ароматов, то есть несмотря на то, что шипры мы так и не видим среди каких-то громких запусков или хитов продаж, но вот все, что касается мха, благодаря Бакаре и многим вот таким ароматам, оно опять определенную популярность набирает, и там вот этот мшистый аспект, он, конечно, не к Бакаре не имеет совершенно никакого отношения, но тем не менее он создает вот это вот такое задумчивое древесно-осеннее какое-то настроение. Купил меня, пойду нюхать. Но там и вернил, или там абсолют дубового мха? Мох он какой там? Честно говоря, трудно сказать. Ну, это, конечно, не имеет никакого отношения к классике там 70-х. То есть там нет такого мха, который прям считывается пнем таким трухлявым. Нет, ну, как, но вот именно... Старым. Кстати, народ... Ну и вернильная какая-то мшистая, вот эта часть древесная. В нем очень хорошо заметно, гораздо более заметно, чем в туалетке. Я хотела, вот меня спрашивал Игорь по поводу Oud Cherry, как это там черри пахнет. Вот мне пришла мысль в голову. Все вы знаете, как пахнет Le Petit Robe Noir, может быть? Сейчас она продается только в версии Mon Premier Robe, имеется в виду ее основная версия. Вот. Mm-hmm. Так вот. Oud Cherry пахнет, это есть, в общем, очень много общего с Монпремьер. Только вот если почувствовать на Oud, да добавить кожи, ну, то есть они родственники. Вот Елена отозвалась очень как-то нехорошо Petit Robe Noir, я, в общем, могу к ней в чем-то присоединиться, но не такая уж она и плохая. То есть как-то принято считать, что это такая... Ну, принято ее ругать, а, честно говоря, я тоже ничего кошмарного в ней не нахожу. Это вишня на почулевой основе достаточно интересная, вот, и не сладкая. По крайней мере, в этой версии я не пробовала и не прослеживала ее всю ее эволюцию в разных фланкерах. У меня есть только вот это, потому что я вдруг решила понюхать. И удивилась, что это совсем не так плохо. И вот с Oudом Cherry... Cherry Oud, как раз есть много общего, как мне кажется. То есть, может быть, это, так сказать, бюджетный вариант этого парфюма. Ну, я говорю очень приблизительно. Но, по крайней мере, это тебе даст понимание, Игорь, о том, в каком направлении он развивается. Ну, минус кожа, скажем, минус Oud в чем-то. Ну, ты меня немного расстроила этим сравнением, потому что я знаю, что маленькая черная платья продается. Это продается? Я знаю, что это очень популярный парфюм, но мне не очень она нравится, и у меня очень странная ассоциация с ним, не знаю, делиться ими или нет. Ну, знаешь, почули плохая замена вот этому всему роскошеству, поэтому, ну вот, если ты сможешь как-то их так в уме представить... Ну, расскажи, уже заинтриговал, я теперь уже спать не буду. Понюхайте, ребята. Да нет, ну не такие уж страшные ассоциации. Мне напоминает этот аромат... пластик, игрушек, которые были где-то там в середине 90-х, в начале 2000-х. Я помню, как я в школу ходил, и были такие конфеты чупа-чупс, и вместе с ними были разные игрушки, там такой прорезиненный пластик. И с одной стороны, мне это нравится, да, потому что это какие-то детские воспоминания, связанные с... необычными впечатлениями, с игрой и так далее. Но вот все эти ароматы, почему-то маленькое черное платье мне напоминают о запахе вот этого пластика. Я не знаю, что это дает. Там есть иланг-иланг? Он заметен? Он знает, что там есть, но мне кажется, вот это цельная композиция, которая, да, немножко пугает. Вот знаешь, как в Елениных статьях про страшные сказки?
Пожалуй, да. Вот и если эти куклы твои, пластиковые игрушки, поместить еще в фильм ужасов, то так оно и пахнет. Ну, есть что-то такое, вот знаешь, такое... Вот у меня там сидит... Artificial что-то такое. Что-то такое, знаешь, artificial, но живое. Ну, то есть ожившее. Из темного угла. Ну, что-то такое. Темные углы там есть, точно. Это к Хэллоуину уже готовитесь вы постепенно. Да. Кстати, на Хэллоуин, ну, я не знаю, празднуете вы, не празднуете? Что-нибудь посоветовать можете такого? В этом году столько тыкв выросло на даче, что, наверное, придется. Ну, тыква, она красивее, просто когда на нее смотришь, уж так уж если. Может быть, запах... Но есть же целая куча именно декоративных тыкв, бутылочные всякие тыквы вот эти, которые несъедобные, но при этом... Они просто засыпают и очень красивые остаются. Давай новые, вот как я тебе говорил, Матвей, горизонт из фейхуа. Да, вот. Горизонт из фейхуа, что это за... Фейхуевица, ракия из фейхуи, да? Ну, пока ферментируется, пахнет замечательно. Вообще фейхуа есть такая хорошая грань, как лесистая, как земляника. Вот, они очень похожи. И, пожалуй, в парфюмерии самый фейхуёвый аромат – это будет сердце красное. Сердце красное из вот этих вот, как он, map of hearts, да, или map of the heart. Ну, вот что-то это, да. И вот я прям узнала, поскольку уже начала ее выращивать, такой вот специфический, очень полный запах. Кстати, еще я его заметила в stories Ralph Lauren. Ну, там, правда, много чего намешано, но вообще такой сумбурный парфюм, вот, что называется, вот сделали салат, добавили туда же десерта и супа, и, в общем, все вот это замесили, но там есть фейхуа тоже. Мне фейхуа пахнет Russian Tea от Mask Milan. Что-то там есть такое. Интересно, надо будет занюхать. Ну, я писал как статью про фейхуа, потому что мне очень нравится тоже этот запах. Там на самом деле секрет такой очень простой, почему так это все устроено. И я тоже об этом много раз уже упоминал, что это как раз отчасти роднит фейхуа с илангом. Вот мы тут зациклились с вами. Вот, потому что там много общего. Да. Метилбензоат, который там решает, и без которого ничего не получится, скорее всего, он вообще в чистом виде, у него такой достаточно... Запах, он напоминает вот это вот термобелье неопреновое для всяких водных видов спорта и прочее, вот такие неопреновые носки. Вот он пахнет, вот есть у него пластиковый такой аспект. Кстати, да, ты прав. Ну, то есть, например, какие-то авангардные ароматы, где там что-то такое, запах неопрена пытаются создать, он вот этой вот частью от фейхоа обычно как раз имитируется. Ну, вот и иланг тоже, он пластиковый. И в иланге это тоже есть, да. Угу. Давайте я расскажу про... Я вообще хочу поговорить об ароматах, которые мы носим осенью. Да, кстати. Почему бы и не... Тема у нас такая. Ну, давай, да. Просто у меня, несмотря на то, что я здесь всего 2 недели, есть несколько вещей, которые я действительно люблю осенью, как ни странно, и о них можно рассказать. Давай. Мы говорили про мужские цветы, что как бы в Нерали Портофино Форте есть масса цветов, и не зазорно их носить. Вот у меня есть еще один аромат с цветами, по крайней мере в названии, который я очень люблю осенью. С подробностями, да, не только о том, чем он пахнет, но и почему я его люблю. Роз Куир, Фредерик Маль. Это роза и кожа от Фредерик Маль. От Фредерика Маля. В общем, один из любимых ароматов осенью – это роза и кожа от Фредерика Маля. Почему? Я тут поделюсь какими-то своими... личными впечатлениями не только о том, как этот аромат пахнет, но о том, как мы пахнем сами по себе по осени, по зиме. Вот. Сам аромат розы и кожи для меня, конечно, пахнет больше не розой, а геранью. Кожей. Геранью. Старт очень красивый у него.
такой зелено-гераневый, немножко мятный, даже немножко фруктовый. И, конечно, старт продает. Вот. Но за что я люблю этот аромат больше, это, конечно, за кожаную и за бутилхинолиновую базу. И не знаю, нужны ли эти подробности, да, но мне кажется, каждый знает, что там, особенно в России, осенью человек пахнет очень по-разному. Да, вот перепадами. Наш личный запах, он, где мы все наш личный запах, он заметен, потому что часто перепады температур бывают, часто мы там в помещение заходим уже в, там, в одежде. То есть из-за этих перепадов температур постоянно, естественно, мы потеем. И вот важно, чтобы аромат, парфюм, он правильно стыковался с нашим личным запахом. И вот лично для меня изобутилхинолин – это тот самый мостик, да, который как-то скрашивает личный запах. И вот роза и кожа – это прекрасный аромат на осень лично для меня, потому что он полностью, да, от начала до конца вписывается в эту ситуацию осеннюю. Как я красиво назвал ситуацию, когда просто люди потеют. Вот. Ну, мы едим больше мяса, видимо, еще зимой, и совсем другой, наверное, я не знаю. Я же не биолог, но чисто эмпирически. Да. Кстати, ну, это понятно. Хорошо и плохо маскировать это с помощью запаха, потому что иногда тот запах неприятный будет виден вот в этом парфюме. Вот. У меня, кстати говоря, вот нехорошая обратная ситуация была, допустим, с Герлен, моим любимым, вот, как он там называется, Ланстан де Герлен. Вот это вот кисло-фруктовая какая-то, не знаю, нота. Я просто пила какую-то дрянную микстуру в это время, и вот я увидела кусочки ее в этом запахе, и у меня обратная реакция пошла, что я не возненавидела парфюм на некоторое время, пока не вычистила из головы остатки этого запаха. Ну, интересное наблюдение, кстати. Да. Ну, понятно, что гигиену никто не отменял, но все равно даже в течение дня появляются запахи, и, ну, лично для меня изобутилхинолин – это такая штука, которая маскирует это все. Вот. А есть еще один любимый аромат осенний – это Буа д'Аржан от Кристиан Диор. И вот он в этом смысле абсолютно мерзко подчеркивает все лишние запахи, потому что он такой чистый, он такой воздушно-мускусный, да, он такой вот сам по себе идеальный, что ты на его фоне кажешься каким-то вот вонючкой. Вонючкой, да. Ну, не знаю, но сам по себе он прекрасен. И вот сейчас у меня в руках флакон 250 миллилитров, и я не сомневаюсь, что я их сношу, потому что его можно носить буквально вот как одеколон, поливаясь. Главное не попадать в неудобные ситуации, потому что на его фоне ты кажешься просто животным. Это даже хорошо, наверное, в некоторых ситуациях. То есть тебе нравятся древесные ноты? Ой, вырежут кучу разных мемов. Тебе... Ну, вообще, кстати, мне кажется, что очень многие вот такие особенно мускусистые фужеры, там, где много кумарина, ванилина, мускусов, там, тонолида в частности, они очень сильно подчеркивают вот этот вот запах тела. Отчасти, может быть, где-то это и хорошо, там, ну, грубо говоря, если ты там только что из душа и идешь просто по жаркому какому-нибудь солнцу, это может быть и окей, как бы даже и хорошо. Но, скажем, да, в ситуации, когда ты там постоянно потеешь туда-сюда, снимаешь и одеваешь постоянно какую-то одежду, и действительно вот эти все перепады температур, это может на злую шутку сыграть, потому что вот этот вот БИО, то, что у вас называют, это прям все подчеркивается, очень прям действительно становится заметно, гораздо более заметно. То есть если при этом как-то не пренебрегать гигиеной, то это действительно злую шутку может сыграть. Из всех био, кстати, мне нравится запах кумина. Вот он такой
хороший запах пота, скажем так, что ли. Ну, не знаю, я, честно говоря, почему-то я в кумине особо... Не, я понимаю, да, почему его, про него говорят, ну, например, флёр д'оранже. Для меня это больше плов какой-то, баранина, вот такое что-то. Для меня это почему-то это больше про еду, про какие-то чебуреки, да? Чем про запах пота. Ну да, может быть, из-за этого. Не-не, хороший. Я его так даже просто беру из кухни, нюхаю, такой приятный. Сейчас добавляю. Но некоторые потные люди пахнут из... очень аппетитно. Какие потные? Особенно любимые. Вот видишь, какие у нас сейчас тут разговоры пошли. Вот. Вы любите дерево, я так понимаю, оба. Ну, по крайней мере, вот Игорь признался. Я не очень люблю дерево, кстати. Мне это как-то немножко скучновато. Почему-то многие находят дерево унылым, каким-то скучным, однообразным. Их там часто пугает то, что это там почти не развивается. Ну, какие-то классические такие древесные, монодревесные. Да даже не в этом проблема. Проблема в том, что это, ну, просто дерево. У тебя как бы фантазия в это упирается, и дальше не идет. Если цветы, они сами начинают, я не знаю, ниточку можно ко всему чему угодно, да, от цветка провести, то дерево, ну вот оно, дерево. Ну, я помню, что я как-то, когда на даче строили мы домик, и я там вручную ошкурил 2 этажа вагонки, и после этого вообще древесные запахи меня очень сильно раздражали какое-то время. Вот, новинка от дома Violet, моего любимого. И парфюмы для него делает так, Натали Лорсон, Игоря, любимая парфюмерша. Хорошая тетенька. Да, они выпустили сейчас только что парфюм, который называется «Абим». Это пропасть, абисс, что-то в этом духе. И это вот первый их древесный аромат, в котором нет фиалки. До этого там все время были фиалки, и мне как-то уже ассоциировалось. Это было так элегантно, что во всех парфюмов дома Violet у тебя есть или ирис, ну, или фиалка. Ну, они у меня как-то немножко смешивались. А здесь нету ириса, фиалки. Это красивый древесный аромат, пряный, теплый. Ну, вот я думаю, что вам стоит его понюхать сейчас, я думаю. Ну, так а что там за деревья в результате? И они высылают самплы. Это кедр в основном, как идея, да. Но там, конечно, есть санта, не совсем карандашами, он пахнет пряностями больше. Знаешь, деревом, которое пряное... Можжевельником, подставочкой вот этот, под чайник. Не можжевеловый. Нет, чем-то гораздо более восточным, но не совсем восточным. Кстати, скажем, подставочку под чайник можжевеловый я так и не нашел в парфюмерии. Я в свое время заинтересовался, собственно, нишей, в поисках именно этого древесного запаха, но так и не нашел. Почему-то его никак не повторят. Вот этот самый... Ну, а почему просто не взять подставочку под чайник и ее не понюхать? Хочется, мне кажется, самому, что когда видишь можжевельник в нотах, это совершенно не значит, что это будет пахнуть как подставочка. Вот как-то можжевельник в парфюмерии для меня пахнет очень романтически и уныло. Очень плохо. Свежий. Все последние релизы с ним... я не знаю, начиная с вот этого Gucci King, да, или как он там называется, с короной, вот. Вот очень уныло. Как-то вот очень хочу минималист... показать еще один древесный аромат осенний. Удвуд от Tom Ford. Как раз такой пряный древесный аромат. Вот, пожалуй, если говорить об ароматах, которые бы я взял на необитаемый остров, я бы назвал Утвуд среди первых. Уж не знаю, как относиться к нему. Он действительно очень такой монотонный, да, просто дерево. Он как начинается, так и заканчивается. Но это настолько на протяжении всей жизни аромата прекрасный, пряный, древесный вот профиль, который так никто и не скопировал по-настоящему. Вот если бы я мог выбрать один аромат, я, наверное, выбрал бы его. Как все-таки странно, непропорционально выглядит бутылочка, когда ее расширили. Такой кошмар. Ну да, она такая, как бы. То есть, если бы не запах. Кстати, Бортников, мой товарищ из Таиланда, который занимается дистилляцией уда, присылал мне
качественные масла Уда настоящие. И я могу сказать, что те масла, которые по-настоящему хорошо были дистиллированы, они пахнут чисто, косметически почти. Вот такие они имеют такой гигиенический запах. И вот удивительно, да, люди, которые ищут Уда в парфюмерии, они натурального Уда, они никогда не приходят к Ут-Вуд. Но секрет в том, что Ут-Вуд пахнет по-настоящему ближе к качественному, крутому Уду, который вот любят миллионеры там, из южных стран, из Китая, чем вот эти вот все вонючки, да, все эти жеребцы потные, которые обычно выпускаются брендами западными, да, и выдаются за настоящий Уд. Вот к настоящему Уду ближе, как ни странно, вот это. Ну, понимаешь, настоящий Уд – это такое дело. Уд, который любят в Азии, и Уд, который любят на юге, там, не знаю, в каких-нибудь Арабских Эмиратах, это все-таки совершенно разные предпочтения, или где-нибудь в Африке. Просто а там секрет в том, как этот Уд добывается. Это совсем другая история. Лен, там история в том, что дикий Уд настоящий, если его дистиллировать и никаким образом не влиять на древесину и на масло, он пахнет именно так, как Ут-Вуд. Понятно, что это такая приукрашенная его версия, да, вот за счет кардамона и всяких там пряностей, из-за Юсупера, который дает этому... Это не значит, что это единственный правильный путь его применять, дистиллировать до такого состояния. Это значит именно это. Вот я не соглашусь с тобой. Это... Мне нравится вонючий Уд. Мне иногда он тоже нравится. Это не мне значит, тоже что он нравится, это неправильный Уд или некачественный. Это не аутентичный Уд. Аутентичный Уд пахнет чище, чем вот тот Уд, который обычно пытаются... Ты не можешь повесить на запах бирку, что я ношу аутентичный Уд. Ребят, прошу заметить. Вообще не важно, какой источник. Я могу, и я повешу сейчас. Я просто хочу сорвать покровы, чтобы наши зрители узнали разницу в Удах. Я адвокат Удового дьявола. Я быстро. В общем, аутентичный Уд пахнет достаточно чисто. Но есть такой индийский Уд. Почему индийский Уд пахнет грязно? Потому что в дерево аквиларию закачивают... Индусы хитрые, они не хотят ждать, когда в аквиларии разовьется грибок, на который дерево начнет выделять смолу, да, которая должна этот грибок побороть. И потом эта смола становится, естественно, основным источником для материала парфюмерного. Нет, они берут, просверливают дырки в аквиларии и закачивают туда специальный раствор, который сам по себе пахнет. И вот этот раствор как раз-таки очень сильное влияние оказывает на то, как пахнет индийский Уд. Он как раз-таки животный, анимальный. Ну, окей, если люди не хотят пахнуть аутентичным Удом, пусть пахнут вонючим индийским Удом, который пахнет вовсе не деревом и не смолой, которую это дерево выделяет, а какой-то смесью, которую закачивают в это дерево. Прекрасно. Я не против этого. Ну, я думаю, что помимо индийского Уда еще есть 33 разных способа Иуда. Вот. И не знаю, мне иногда не важно, что там за шторами вот, происходило. Я как бы оцениваю то, что на выходе. И если мне это нравится, даже если это неправильно, то почему и нет? Ну вот для многих людей, например, Уд – это не просто запах, это часть традиции. Для мусульман, да, например, в Коране Уд фигурирует, кстати, и в Библии он тоже фигурирует. И многие хотят знать, как он в действительности пахнет. И, конечно, индийский Уд – это не тот Уд, которым пахли пророк Мухаммед или Христос, когда его погребали. Кстати, для многих это будет, может быть, откровением, но вот этот самый Уд, он фигурирует, алоиное дерево фигурирует в Евангелиях. Ну, конечно, не индийский вариант. Вот сейчас выставка в Дубае будет, куда наши едут и даже будут судить эту арабскую фифи. Вот уж они нанюхаются и напьются кофе с кардамоном. Боже, как это прекрасно.
деревья вот эти, которые культивируются и для того, чтобы масло это гнать, их действительно специально заражают грибком, это как бы не такой секрет полишинели. Поэтому действительно настоящий дикий ут, ну, во-первых, он далеко не каждое дерево больное, потом, в общем, его еще там где-то надо найти, поэтому он стоит, конечно, сумасшедших денег. Таких счастливчиков, как Игорь, не так много, которые пробовали это масло. Ну, попробуйте ут-вуд Тома Форда и приблизьтесь к прекрасному. Все вы высмеиваете. Отнюдь. Я еще вот быстренько новиночку, которая ко мне пришла, Crystal Saffron Mathieu Premier. Mathieu Premier, не знаю, как у нас он считается суперкул, такой новое явление в нише, скажем так. Mm-hmm. Вот, особенно после интервью такого сладостного, человек делает парфюмы для люкса и делает свой бренд с собственных полей в Грассе. Ну, то есть такой бэкграунд уже очаровательный. Ну, вот. Арельен Гишар, он еще мало того, что сам парфюмер, он еще сын парфюмера. Ну да, это там династия. Все то, что люди любят знать о парфюмерии как раз. Ну вот, хороший, у него, собственно, все хорошее, просто что-то не нравится, что-то нет. Но вот Crystal Saffron, это... Как вот его стиль охарактеризовать, кстати, народ? Вот он какой-то минималистичный, да, но он, интересно, выбирает такую грань аромата, вернее, ингредиента, которая, ну вот, или красивая, или, по крайней мере, интересная. Ну, я люблю... Я бы сказал, практичный стиль. То есть он вот ничего лишнего не добавляет. Но иногда появляется что-то, да, чего не было в том ингредиенте других брендов. Например, Нероли мне прям зашел, и тубероза. Вроде, ну да, тубероза и Нероли, то есть, ну это, знаешь, такие очень маленькие градации изменения запаха. Ну вот, что называется, вот они, перламутровые пуговицы, подошли, и все. Шафрон. И мускус очень красивый. Это все надо пробовать. Я люблю шафран такой, как скальпель. Вот я ищу, и этот не такой. Он как раз, он древесный, он дымчатый, он очень, в общем, удобный. Да, и в то же время очень шафранистый. Его есть и цветочная составляющая тоже, он такой весь бурый. А я люблю шафрон, который серый и металлический. Вот если у вас есть примеры такого, чтобы он был вот острый, как скальпель, вот такой вот нужен. Вот ут иногда бывает, кстати говоря, это говорит о его чистоте или нечистоте, когда он металлический, медицинский. Это вообще не ут. Ут, шафран, просто такая пара очень популярная, да. Вот тот не ут, который медицинский, прекрасно. Не знаю, что у меня вот какие-то фантазии такие. Кровь, скальпель, шафран, ут. Хорошо. Вот такое. Ну, просто принято называть удом, потому что в южных странах ароматы очень быстро классические европейские испаряются, поэтому у них очень своеобразно делают ароматы с большим количеством растворителя, да, ДПГ. Ну или, не знаю, Матвей, поправь меня, но чаще всего это, наверное, ДПГ, он такой маслянистый, и он как бы фиксирует и удерживает ароматы, не давая им очень быстро в жарком климате испариться. И вот с этим растворителем летят, да, и заметны только вот эти стероидные, очень яркие компоненты типа сафраналя, да, или там того же, не знаю, Амбер Экстрема, и вот... Что-то в одну кучу сафранали, Амбер Экстрем, так лихо. Они очень такие. Сафранали — это ближе к Иононам, да, на самом деле, и по структуре, и по запаху, даже по самому. И он, ну, не такой тяжелый, и в нем ничего такого стероидного особо нет. Ну вот подумайте, народ, если вы мне найдете такой парфюм шафрановый, я сама его ищу. Просто я когда-то его где-то нюхала, уже не помню. Но это было прекрасно. Так неудобно, вот как будто ты ходишь и режешь всех своим запахом. Это, кстати, да, не сказала. Это мускусно-амбровое, то есть это амброксан с шафраном, и вот очень много уютного, темного составляющего. Инсенс тоже, вот, ну, ладно, такой. Наверное, понравится большему количеству людей, чем если бы он был вот такого серого металлического оттенка, как я люблю.
Вот. Из новинок. Ну, что-то все думаю про этот шафран. Ну, на самом деле, казалось бы, их так много. Да, и как да. раз шафран очень часто пугает всех, то, что он йодистый такой медицинский, фенольный. А, так вот, прям самый ядовитый назвать. Ну, надо подумать, сейчас что-то так в голову не приходит. Ну вот у гешара же есть санталь аустраль. Вот он тоже такой пронзительный, очень яркий. Сандал для меня скорее отпугивающий. Я, ну вот всегда от большой любви прихожу обычно к отрицанию. И сандал уж так его много и так использует, эксплуатирует эту его уютность, что мне уже его и не хочется. Не знаю, как у вас. То же самое с кедром, с этими карандашами. И вообще... Ну, я кедр-карандаши люблю, а сандал почему-то... У меня не было вообще никогда, чтобы мне... Я не люблю... То есть я по пальцам одной руки могу пересчитать ароматы, где прям сандал отчетлив и хорошо прям ощутим. Как-то когда слышу сандаловый аромат, особенно в названии, вот, начиная с названия, так, ага, опять расставляют сети, чтобы меня поймать. Нет, 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 не хочу. Не хочу этого вашего уюта. Кстати, вот еще интересный аромат. Это Пьер Гийом на тему шиса. Вот представьте, шиса, лист такой совершенно замечательный, который мы нюхали только, пожалуй, в номенклатуре. Помните? Шиса был такой. Почему же? Одно время навалом было шиса везде. Не, ну, я имею в виду очень похожий на шиса. Такой натуралистичный. Ну, так вот, можно это... посадить, у меня на балконе растет регулярно. Да, хорошая мысль, кстати, Матвей, спасибо. И зеленый, и красный. Сажу. Вот шиса называется, новый аромат Пьер Гийома. Вот это такой, если шиса вставить в легкий классический фужер такого, знаешь, бродобрейного, только не цитрусового плана. Вот, знаешь, такая классика, свежачок мужской, скажем ну, так. Ну, честно говоря, шиса для меня не совсем как бы свежий это профиль, если ну, уж на вот то пошло. Сами листья, а уж тем более масло эфирное, оно прям достаточно лютое, я бы сказал. Потому что оно прям маслянистое такое, жирное по профилю. Он каким-то образом это инкорпорировал сюда. То есть, с одной стороны, это вот, знаешь, такой среднестатистический фужерный свежачок и шиса. Это просто интересное сочетание. Ну, не он прям какими-то шкварками, прям салом пахнет. Вот этот не, вот не, есть. Не. У него прям жирный аспект такой. Это зелененький, пушистый. Он, с одной стороны, альдегидный, такой резкий. Он похож там чем-то даже на кинзу местами, это где-то вот есть. Вот Матвей, ты это не чувствуешь? Вот эти все его волосинки, когда ты ешь. Да, он шершавый, волосатый такой, да? Да. Это самое замечательное, наверное, самый тактильный аромат из всех возможных, да? Ты прям чувствуешь, как он у тебя язык дерет. Угу. А вот в дюшафуровом шиста, Лен, ты не замечал вот эту вот самую иглу такую, то, что ты ищешь в шафране, да, вот в шисо от номенклатуры у тебя нету ощущения, что там есть вот та самая такая скальпельность? Ну, когда я вот об этом думаю, ну, понимаешь, ведь очень много... Ты когда слышишь шиса, у тебя уже мысль идет по заданному направлению. И я скорее ощущаю вот эти вот волосинки на листе, вот этот специфический вкус-запах. Кстати, не знаю, как у вас, в последнее время листья шиса прямо исчезли из наборов сушных. Ну, вот когда сушит, дает... У нас их никогда и не было, скажу по секрету. А, ну вот у нас когда-то было... Может, это от штата зависит, но что-то вот нету их. Прям вот хорошо ты мне подсказал, буду за семенами охотиться, выращу. Ну, не на каждом шагу они продаются, но в интернете я смог найти, да. Ну да, да, про интернет и думаю тут. Я к чему спросил-то про дюшафурий шиса. Угу. У меня было несколько попыток его разносить, несколько попыток вот встроить в свою коллекцию, но они не увенчались успехом. Я все время покупал и продавал, потому что сам аромат, особенно на старте, он потрясающий, он такой зеленый, он фруктовый, в нем столько разных подробностей, кажется, что вовсе не парфюмерию нюхаешь, а что-то вот прям салатное перед тобой поставили, ты вот лицом в этот салат улегся и наслаждаешься этим всем. Но согласна с этими особенностями дюшафура. Его
ароматы комплексные, они как калейдоскоп сходятся, и ты видишь это ярко, вот он там, шисо-лист, да, или какую-то другую картинку, которая задана, там, бокал шампанского, нет, коньяк скорее, вот. И потом это все опять разлетается, разлетается в полный хаос, и тебе это вроде как и неприятно. И вот он складывается, разлетается, и носить, да, действительно, не, вот что называется, как уж сложится этот калейдоскоп. Ну, вот в шисо у меня помимо вот этой вот красоты безупречной присутствует где-то вот на заднем фоне постоянно эта пронзительная нота такая, очень высоко звучащая такая игла. И вот мне кажется, это именно то, что ты ищешь в шафране, нет? Не знаю, у меня они такие разные, из разных миров. Надо будет понюхать. А вот в этом шисо есть что-то пронзительное? Нет, это шисо скорее, знаешь, такой замускусный, но мускусный в смысле белого мускуса, такой запудренный. То есть хорошая мужская косметика, ну вот все эти груминг-продукты, и шисо. То есть его как-то выбелили, выхолостили, но все равно он там есть, и это приятно, ну мне, поскольку я люблю запах, вкус. Вот. Просто очень оригинальное сочетание в довольно банальном, ну, фужерном парфюме, одеколоне, что ли. А у него есть вообще... Пьер Гийом в последнее время так перекосило на вот эти вот едва касательные парфюмы, вот какие-то там пушистости, какие-то там едва цитрусы, едва вот этой сложности разные. Это очень интересно, потому что раньше, на заре своей, он делал ядреные ароматы, такой сладкое дерево, какие-нибудь там, я не знаю, такие вещи просто очень харизматичные. А потом он так, он, собственно, сам это когда-то объяснял в году, что ли, 15-16 или даже или позже, что вот надоело, и он стал переделывать это все более... как, чтобы оно было более камильфо, что ли, не знаю. Больше полутонов, чтобы было. И легче. То есть он увидел красоту в легких мазках, а не просто в характере таком ядреном. И мне, кстати, это больше нравится. Но сейчас он что-то перебрал с этим, мне кажется. Вот, сейчас он совсем в какую-то акварельность порой уходит, действительно. Но, да, честно говоря, вот эти вот его мощные мазки среди ранних работ, некоторые вещи мне очень нравятся. Я знаю огромное количество людей, которые считают, что вот раньше Бен Гийом был ого-го, а сейчас вот он что-то делает, ну, типа, классно, конечно, но я это уже типа, не торт. Да, ну, я, конечно, понимаю, да, потому что я сам там очень люблю там и Армата Нуа, и какие-то такие, ну, то есть вещи... Мне прям... Хазе нравится, 0,2. Хазе, несомненно, да. Мне нравятся его сладкие запахи, прям сладко-сладкие, я сейчас их не назову. Просто сложные названия, но да. Вот Арматан сладкий. Арматан сладкий, да. Но он и при этом еще очень такой камфорный. Но он такой сладко интригующий. Ну да, он фиг знает какой. То есть, трагедия, как в лакрице. Он настолько странный, что... Ну то есть он на грани с непарфюмерным чем-то, что-то такое. То есть он действительно прям очень смелый. Ну, может быть, это, конечно, объясняется тем, что... Да-да-да, про него как раз. Я просто, у меня давно не было его сампликов, и, может быть, стоит приобрести, я пока он совсем все не реформулировал нафиг. На что? Вот я редко в последнее время обращаю внимание на вот такие вычурные какие-то вещи, но Арматан прям люблю до сих пор. Вот. Так, народ, понюхали про Дуновую? Нет еще? Та, которая Парадокс. Нет, я понюхал только вот эту тетю робота, которую вы ее ругали. Тетю робот. Да, я первую ругала. Такая каша-малаш. Ну, каша-малаш. Ничего жуткого там, конечно, нет абсолютно. То есть именно то, что как я себе его представлял, примерно так это и пахнет. То есть я не удивился вообще ни разу. Соленая цветочная ванилька. Ничего там такого соленого прям нету, уж прям вот прям какой-то соли, прям морской. Ну, есть немножечко, да, вот это такое солоноватое. Минеральность. Вкуснята, очень много мускуса. По-английски называется pickled, то есть не обязательно соленое, а что-то такое. Маринованное. Маринованное, да. Маринованная ванилька. О, все. Если мужская версия, это значит ванильный куриный суп, то это у меня будет маринованная ванилька. Ну, в общем, абсолютно безопасная, конечно, история. Ничего там такого не происходит. В
вполне себе комфортный коммерческий аромат. Ни о чем. Жалко, что не происходит. С таким-то видом очень могли жалко, кто-нибудь закрутить. Ну и робота могли бы, конечно. Но робот был интереснее на вид. Не знаю, что там интересно. И одно, и второе – полный ад. Ужас. Это я. Может, мне просто не нравятся пужевские... Ну, это такой вот слепок нашего времени. Это абсолютно ароматы 21-22 года. Ну и виды ароматов. Нет, просто поймите, робот – это мальчишеская игрушка. Здесь происходит вот стыковка детства, да, и взрослости. И это можно как-то оправдать. А вот робот... Тетя робот – это тоже мальчишеская игрушка. Робот девчачий, ну тогда бы уже куклу какую-нибудь сделали, Барби для... Ну, слушайте, вот эта инфантилизация, она давно там началась. С мишек, с этих, с маскиновых и прочее, там много уже... Так надоело, ребят. Попыток вот зайти с этой стороны, но... Как-то, не знаю, все это как-то недостаточно концептуально, на мой взгляд. Ну, если уж ты играешь... Мальчики играли в роботов, а девочки играли в роботов? Сколько девочек статистически играло в роботов в детстве? То есть тебе не нравится, что его роботом представили, что ли, или чего? Мне нравилось, что мужской парфюм сделан во флаконе роботе, потому что это апелляция к мужскому, точнее, мальчику. Мне не нравится, что сделано так буквально. Зачем? Ну, сделали бы какую-нибудь, я не знаю, абстракцию, типа работ, я не знаю, Пикассо, да, какой-нибудь треугольник с глазами, там, я не знаю, где ничего-нибудь подкрутил и прыскаешь. Вот. А ну, здесь апелляция к детскому опыту. Ничего страшного в этом нет, и нормально. Так у нас столько апелляций к детскому, у нас взрослых уже не осталось. Одни дети кругом, вот, понимаешь? 40-50-летние, так это достало. Хочется какой-то серьезности. Это мое мнение. Не знаю. По крайней мере, у нас в Америке... Классный робот, не слушайте, короче, никого. Я не знаю. Отличный робот, и, кстати, жижа тоже нормальная. Да и тетя. Разные у нас мнения. Пикассо уже был в парфюмерии и во флаконах, но вот сейчас как-то не покупают Пикассо. Ни губы, ни другие части тела не берут. Это Сальвадор Дали. Уже. Другие части тела там отдельный персонаж ответственный. Все. Это у меня уже 2 часа ночи, простите. Ну ладно, ребят, осень у нас пора заканчивать. В смысле, в нашем разговоре. Будет интересно узнать, какие еще осенние. У нас будет еще много статей с новинками и просто осенних ароматов, не новых. Потому что иногда все время гонишься за новинками, пропускаешь и забываешь что-то хорошее вокруг тебя в твоей же коллекции. Надо просто ее открыть, заглянуть и выбрать все вот каштановое. Ой, каштановый аромат хороший у меня есть для вас. Не очень старый. Это мой любимый дом Violet. Вот. И аромат называется... Господи, они все время так по-дурацки называются, скажу я вам. Вообще не так, как пахнут. Ну, то есть полный провал упаковки, названия. Вот. Хорошее только... А, Honneur de Page. Вот. Вот там каштаны. И, кстати, очень хороший табак. То есть кто хочет, может представлять себе табак, а кто хочет, может представлять себе каштаны, только не жареные, просто сырые каштаны в листве. О, прекрасно. Самый каштанистый из всех. И табак, кстати, совсем не мокрый, а очень даже не сладкий. Если хотите, табак сухой, хороший такой, лиственный. Вот. Но это вот из осенних не новинок. Хороший вам осени ароматный. Надо подумать об ароматах тыкв. Нам не хватает абстракции. А то роботы какие-то с головами, ушами. Роботы, тыквы. Роботы с головами. Я за... Вот если бы мне сейчас делать аромат, допустим, я бы выбрала самый-самый простой, вот как, я не знаю, Красная Москва, вид. Вот, пластиковую крышечку, которую я так люблю сейчас. Вот все возмущаются пластиковыми крышечками, хотят, вот, чтобы цоколо там, я не знаю, с магнитом было тяжелое или деревянное. А мне нравится пластика. Вот такая самая-самая простая, винтовая. Вот. Так что надо будет подумать. Вот такая, закручивается. А прям такая, да. Если парфюм хороший, его совершенно не обязательно распрыскивать. Мне тут Зока, мне Виктория прислала совершенно замечательную Красную Москву.
винтажную. И у меня есть Красная Москва полно на Амазоне, просто россыпь. Хоть в парфюме, хоть в одеколоне. И вот у меня стоит ванна из ока чего-то там, я не знаю, какие-то ранки, что-то после бритья себе замазывал, и потом пришел и благоухал. Мы ехали в машине, я прям в советские времена окунулась, хорошо так. Пластик пластику рознь. У меня была Красная Москва в духах, вот с такой вот завинчивающейся крышечкой. Я ее купил из-за цвета жидкости. Мне очень понравился густой красный цвет. Красный? Но, к сожалению, красный. Красный цвет. Паленая Москва. Уже, да. Но, нет, я купил ее в магазине фирменном «Новой Зари». Но оказалось, что красный цвет жидкости появился не из-за того, что туда положили какие-то драгоценные ингредиенты, собранные девственницами на рассвете. Вот, из-за того, что красная крышечка растворяется в спирте. О, тоже неплохо, да. Вот. Так что пластик рознь. Нет, пластик должен быть белый такой, обычный советский пластик. В общем, до следующего раза, ближе к Хэллоуину, может быть, мы наберем каких-нибудь страшненьких запахов, кстати, хорошие. Ну, таких, знаешь, от которых мороз по коже. Трех кушать нельзя. Мороз по коже, да, это очень... Пока не будем раскрывать все свои карты. Вот, у меня уже есть пара кандидатов. Ну ладно, всем, в общем, пока. Ладно, спасибо всем, что досмотрели. Да. Всем пока. Пока-пока. Спасибо за внимание. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.